Всем привет, Кицери! Казахстан, Россия, Белоруссия, Украина, конечно же. Я хочу вас поздравить с Новым годом, с 2015 годом, чтобы этот год был самым позитивным, самым офигенным, чтобы ваши друзья всегда вас поддерживали, чтобы не было никаких ссор, никаких трудных минут, чтобы все было по маслу. Ведь это возможно, если вы этого захотите, конечно же. Я сейчас включила мультики, потому что хочу, чтобы перед Новым годом у нас настроение было очень мультяшное, как у этого ежонка, да? Я его люблю, я с ним сплю, это стал мой самым любимым медведем. Я назвала его Бонни. Бонни-медвежонок. Спасибо вам, Китти, за то, что вы смотрите нас, за то, что лайкаете, комментируете, за то, что слушаете наши песни. И скоро выйдет новый клип, надеюсь, скоро, и мы уже работаем над новой песней. Китти, я сейчас хочу рассказать о моих любимых вещах, которые стали за 2014 году. Да. И самой любимой вещью стал на первом месте это вот этот медвежонок. Его зовут Бонни. Я с ним сплю, с ним делюсь моими воспоминаниями из прошлого, когда он у меня появился. Мне подарила это Сашка и Алина. Спасибо вам за такой мягкий, белый, классного медвежонка. Бонни, люблю тебя. Второй номер, под вторым номером стал Блеск. Блеск by H&M. Это самый прозрачный, самый блестящий блеск, который я когда-либо видела. Я купила его в Германии, покажу чуть-чуть ближе. Честно говоря, я довольна. И он стал самым любимым блеском. И третья вещь – это спортивный костюм by H&M. Мне подарила его моя сестра Маша. Она ездила в Польшу отдыхать и привезла мне этот шикарный подарок, который я таскаю везде. И он очень удобный, серого цвета. Реально круто. Спасибо вам, Китти, за то, что вы посмотрели это видео, за это видео поздравления. Я очень вас люблю, ценю. С Новым годом!